«Жар птицу, край мой воспрянет, свободой и солнцем дыша». Так начинается одно из знаменитых стихотворений Михаила Сеспеля. За свою короткую жизнь великий чувашский поэт написал около 60 произведений, перевел десятки творений русских классиков на чувашский язык. Он был не только талантливым писателем и переводчиком, но и художником-графиком. Сегодня прошел митинг, на котором почтили память настоящего патриота, а также наградили лауреатов премии имени Сеспеля. Всю свою недолгую жизнь Михаил Кузьмин, известный как Сеспель Миши, посвятил любимой чувашской земле. Его сердце и разум переполняли мечты о том, что чувашский народ обретет свободу, силу и величие. Он верил в светлое коммунистическое будущее. Но его надежды были разбиты, а новая идеология полностью разочаровала. Возможно, именно душевные, эмоциональные переживания сломили поэта, и он умер в возрасте 22 лет. Он чуваш. Он старался за то, чтобы был человечность в народе. Доброта, чистота, честность, порядочность, трудолюбие и уважение человека к человеку. Он говорил всегда: «Чуваш, ты тоже дай свое слово, не молчи, а действуй». В 1966 году учредили премию имени Михаила Сеспеля. Сегодня почетной наградой выделили художника Владимира Агеева, певца Вячеслава Вахтеркина, мецената Валерия Гордеева и врача-хирурга Николая Григорьева. Все они профессионалы своего дела, патриоты, которые прославляют Чувашу, как когда-то Михаил Сеспель.